С утра натянула косы, время много, мы опаздываем, нам нужно уезжать. Сделала поменьше, потому что просили поменьше. Вот, сейчас я это сливаю и убираю в холодильник все. И мы уезжаем. Тесто сегодня перекисло. Нужно было ночью делать. Ну, ночью, естественно, я не вставала. Ну, и кто же знал? Ночью не хочется вставать и тянуть сыры. Сделала, но еще бы немножко, и не получилось бы. Они бы не тянулись. Вот, опять мы все бросили и уехали. Мухи даже здесь преследуют вообще. Это наши, наверное, из нашего дома. Наши домашние. Все бросили опять. Поехали. Сейчас едем к стоматологу. Дождик поливал, кстати, вот эти все полдня. Прям хорошенечко так. Слава богу, все, хоть подышит сейчас травка. Эти деревья давно не было вообще. Давным-давно не было. Жара. И вот сейчас хоть покапал. Ехали перекошенные, потому что мы уже едем домой. Я ремонтировала зубы опять, у меня часто болят зубы, ну как, примерно, прямо эта сторона вообще еще намертво не отпускает. Примерно раз в полгода я езжу. Хорошо, у нас стоматолог, это наша сестра. Вот, и она мне ремонтирует прям всегда по несколько зубов. Сейчас два зуба отремонтировала. В одном нерв удаляла. Вот, как разболиться. А еще ж нужно выбрать время, да, чтобы съездить. Терплю. Потом на рафенчика выпью. Вроде все отойдет и нормально. Вот, но дотерпелась, что уже сильно. Такая вся перекошенная. И как раз пока я там была у нее, муж за комбикормом съездил там рядом. Ой, хорошо, что сестра, иначе это вообще разорение. И хорошо, что я мужу сказала, терпела, оно отпустит, и вроде и нормально. Я говорю, давай, что ли, съездим. Он говорит, они на море уезжают. Вот, и мы бегом. Через день она уже уезжает на море с семьей. Так что все хорошо, Милана тоже просилась поехать с нами. Но мне полечить. Ну, или я просто там посижу. Мои дети, видите, они, ну, у них нет таких испугов, они... У них нет таких воспоминаний каких-то из детства, что врачи злостные, там, что что-то это больно, ну что-то вот с этим связано. Ну давай полечим, ну давай. Видите, у нас врачи хорошие, замечательные. Дети не боятся, дети хотят туда ехать. Ну давай, она меня хоть что-нибудь полечит. Она уже лечила ей. Вот. Едем домой, едем обратно. Так что я сегодня целый не гуляла. А сначала там до обеда успела я сделать брынзу. Сено там дети положат. Не хочу. Не хочу, что-то я так вообще какая-то я стала. И один зуб, думала, еще болит. Прям сильно, сильно. Думала, зуб. А не зуб, десна болит внизу. Она мне же там и ковыряла. И снимок мы уже делали. А так бывает. У меня, допустим, часто бывает, что думаешь, один зуб болит, а болит вообще другой. Иногда даже не понимаешь. Поэтому я, когда прихожу к ней, я говорю, не знаю, я думаю, допустим, что этот зуб. И вот она мне начинает там все вокруг везде ковырять, стучать. И оказывается, как и сегодня, что вообще это не тот зуб, а другой. Такая развесила. Мне колет половину дозы. Я говорю, ты мне поэкономь там, ну, вот, все равно мне бесплатно-то. Я говорю, тут можно мне каким-то четвертиночку или что-то. А меня так сильно берет, она, ну что, у тебя, ну, что-то есть, чувствуешь? Ну, реакция пошла, заморозка. Я говорю, да у меня уже все намертво, причем и нос, и это. Я говорю, у меня уже пол лица намертво. А я сидела, и у другого врача мужчина был, ему вколола она полную дозу. Он там охал, ахал, короче, вообще, и просил вторую дозу. И еще второй укол. Она сначала сопротивлялась, говорит, да ладно, ну, просто боитесь там. А он так, ну, правда, ну, человек так сильно больно, прям ненормально. Вот, она думала, что просто, ну, есть такие, знаете, придут и мотают нервы. Один тут сидел передо мной, она ему сделала половину, надо... Он, сейчас я похожу, пройдусь там по коридору. Пошел! Заходит, а она мне делает. Она говорит, ну теперь ждите. Ну, разные бывают, все со своими заходами. И врач думала, что этому мужчине, ну, так вот.
боится, в общем, думала сильно, а он прям там, правда, вообще аж, а, ну, вколола она ему все-таки, а то уже стали пугаться, что он в обморок сейчас упадет. Вот, что-то у него там то дрожь, то в жар его бросает. Я сижу, папа, он пошел в магазин, не знаю, что в пакете, и сахара, упаковочку. Они там, где были, в деревья зашли, а я ушла сюда, потому что все равно в эту сторону пойдем. Они из деревьев вылезли, меня нет, кричать давай, мекать. Ага, про хозяйку вспомнили, молодцы, да, а вот сейчас вот они испугались. А сейчас мы пойдем в другое место, вот они сейчас туда ломанутся. Сейчас пойдем туда, через речку. Ну, как-то травы уже мало стало. Угу. И бежите, и жуете, и едите, да, и кашляете. Сейчас посмотрю, как вы там будете слушаться. Вот, видите? Бегом, бегом, потому что половина уже там. Вылупив глаза, что там? Я не знаю, как будто им там стол накрыли. Это заюха последняя. А, ты не знаешь, то ли за всеми бежать, то ли со мной тут стоять, да? А, я здесь. И здесь вот за речкой уже пришли туда. Вам не видно, конечно, все. Они просто ломанулись туда. И не видно, потому что они все в траве. Но надо же тупо бежать. И в первых рядах кто? В первых рядах у нас рыжая коза. То есть они просто тупо бегут, видите, по траве туда вперед. Все мои крики, все... А вот это молодец, вот. Ну вот видите, она у меня отбраковка будет. Эта коза. Она всегда стоит со мной. Она... Вон эти ломанулись. Эти ломанулись. Видите, траву мнут, бегут. И все равно куда-то... Ой. И я не переживаю, они потом вернутся, но вот этой вот дурости удивляешься каждый раз. У них срабатывает что-то вот так вот к осени. Прошла уже вон там далеко-далеко мы пришли. Уже вон, я не знаю, чуть ли километры, смотрю, их нету. Хотел сказать, эти ослихи уже убежали туда, а смотрю, нет, вот здесь кустики шевелятся. Далеко, конечно, ушли, но ну вот они. Пока не ослихи, пока козлихи. И вот она, рыжая коза, все, там поела, и опять куда-то ее несет. Видите, она вот всегда в разрез всего стада. У нее куда-то вот свои там мысли, она на своей волне. Козы, ага, теперь выходите. Я просто стояла бы там и стояла бы сегодня, и бог с ним, они погуляют, вернутся. Ну, только вопрос, когда они, через час, через два вернутся? А мне сейчас идти сыр варить. Мы поэтому сюда и пришли, чтобы они по-быстренькому поели и наелись. Чтобы мы пошли обратно. И смотрите, сколько они всего пробежали. Видите, травы сколько помяли. Они просто по траве тупо неслись. Там у них одни эти ушки сверху травы видны были. Смотрите, видите, заросль, да? Это не я выступаю там, ворчу все время, ругаюсь на них. Они становятся очень непонятными. Он застыл тут этот. О, вот возле него все жужжит, жужжит. А Тунис прям вообще их не приветствует, да? Тунис. Все куда-нибудь побежит. Меня толкает-то. Коза? Коза. Коза. А мы вон там. Где наша избушка? Вон беленькая торчит. Сегодня делаю здесь желудочки, сердечки. Печень я отдельно отложила. Ой, как это пахнет.
добавила лучок, чесночок, чтобы запашок. Запашок. Отдали все эти вещи. Лучок, чесночок. Ой, как же это вкусно. Здесь два сердечка, два желудка петушиных. Остальное все перепелино, но это видно. Вот. Сейчас обжарится немножечко. И залью водичкой. Ну вот, что у меня получилось. Эти можно было покрасивее повернуть. Ну ладно, какая разница, да? Как я их бросила. Вот, это вчерашние перепелочки. Осталось две перепелки, да? Вот, четыре части, две перепелочки. Сюда я еще в сердечки добавила перец болгарский, лук. И зеленый, и такой, хотел сказать, кольчатый. Кольцами. Репчатый. Перепелок мало просто, ну что это здесь, это совсем нам мало, а так, чтобы с подливочкой, еще гречка вчерашняя осталась, все, вот это уж я не буду готовить сегодня, а так с сердечками, с подливочкой и вот это все, по кусочку этого и того ложечку зачерпнуть, ну, естественно, с салатиком будет очень вкусно, это вкусно, мы очень любим сердечки, желудочки, вот эти вот внутренности, печень, ну, печень это я вообще просто люблю. Все, прокипит. Сейчас прокипит, и я убегаю. Смотрите, какой тут как красавчик. Он себя еще и украсил. Повернись сюда. Повернись сейчас. Ну, сейчас мы подождем. Ничего. Я не тебя заеду. Смотрите. Вот. Вот какое на себе украшение. Как перо поставил. Вождь. Да, видите? Палочку это видели, нет? Не знаю, видно? Видно. Караван наш. Видно, вот так цепочкой сейчас будем. Здесь дорожка узкая. В гору. Смотрю, поднимается медленно в гору. Вот. Вы так меня собьете. Все, здесь мне баловаться уже не надо. Алтай. Это же Алтай, ему можно, да? Все, мы домой. Ну. Здесь откуда-то прибежал. Вон кто. А, загнал он вас, да? Иди оттуда их сзади заходи. С козлом играется. Вот так этих козлов. Дальше. Вы там чистите, что ли? Вы поели? А чего вы там? Иди, давай. Козел. О. Все? А, они... Здесь, да? Ага. Здесь чистили. Еще до чего. А ты здесь бегаешь? Я хотела дверь закрыть. Давай, выходи. Жорик. Все, молодец. Все, прощалась я с вами уже. Не помню, наверное, да? Я с вами прощаюсь. Всем доброго. До свидания. Пойду поем и потом приду доить. О, здесь еще одна.